Всем привет! Вот такой вот у меня есть микроскоп, который подключается к компьютеру. Вот и я бываю появился. Всем привет! Вот такой вот у меня есть микроскоп, который подключается компьютеру. Вот и я бываю паяю через него. У меня много здесь чего. У меня он тут лупа стоит. Вот как я говорил, что будет изменение. Вот такой вот у меня аппаратик, фен паяльный, мини-станция Т12, лабораторник. Ну, сегодня про микроскоп у нас. Вот тут вот так вот он выглядит. Коробочки. Постоянно в коробочке у меня, редко я его достаю. Вот полностью набор. Сейчас мы его достанем, подключим, я вам все покажу. Вот я собрал его, вот он так вот он выглядит. Уже его подключил, специально вкладку вам положу посмотреть. Вот изображение на компьютере. Очень удобная вещь, могу сказать вам. Что тут запаять, вот микро это вообще хорошо. Вот настраивается. Хорошая, удобная вещь, конечно, но место занимает у меня. Вот он вот сам у меня. Брал я его на Алиэкспрессе, естественно. Вот. Вот так он выглядит. У него есть своя подсветка. И регулируется подсветочка. Вот подсветка. Ярче, четко. Вот она ручка регулировки. Могу сказать, удобно, мне нравится. Иногда паять приходится, вот я телефонами еще занимаюсь ремонтом. Очень удобно вещь. Там внизу еще что-нибудь перепаять. Очень удобно. Вот такой микроскоп компьютера. Кому интересно, будет ссылочка под видео, где его можно будет купить. Ну, наверное, на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел мой ролик. Пишите сообщения, ставьте лайки. По возможности я на сообщения отвечу. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. Всем пока.